Дорогие зрители канала, хочется призвать к вашему благоразумию. В этом году уже произошла вторая трагедия с участием детей. Прыгая с мостика в Анапку, девочка ударилась головой. 6-7 лет. Спасали всем миром, не смогли откачать. Я призываю вас просто, пожалуйста, будьте благоразумны. Не прыгайте с мостов, пирсов. Это чревато, к сожалению, такими событиями. Хотелось бы вас попросить, берегите, пожалуйста, себя, своих близких. Вчера буквально погиб мужчина, тоже Витязева. Это очень страшно. Столько смертей, причем нет штормов, нет течений. Здесь вообще в речке Анапки. Просто до мурашек такие новости. Вроде бы, ну, безобидная ситуация, прыжок с моста. Ну, вот к этому это привело. Берегите себя, вы у себя одни. Поделитесь информацией со всеми с вашими близкими, пожалуйста. Не хочется, чтобы на нашем курорте, детском курорте, происходили такие ситуации. До этого песком присыпала ребенка, задохнулся. Сейчас вот девочка прыгает с пирса, не с пирса, с мостика, в речку Анапку, даже не в море, понимаете? Настолько обидно. Всем пушистых облачков, я не знаю, это очень болезненная ситуация. Не хотелось бы, чтобы это повторялось.